В жизни ничего не пропадает и не возникает просто так, ниоткуда. Все имеет свое начало, продолжение. И энергия, как вы знаете, из одного состояния переходит в другое. Но такова наша жизнь. Нас этому необходимо было учить в школах. Не тем знаниям пустым, которые нам дали, а именно сакральные знания о жизни. Эти знания, которые помогут нам, помогут вам, всем нам, помогут жить в этой жизни. Есть совершенно простые знания. Они, конечно, сакральные, но они совершенно простые, которые необходимо было изучать для того, чтобы каждому из вас принимать в жизни правильные решения. Если вы их не знаете, то решение вы не сможете принять правильное. Но это закон жизни, закон природы, да? То есть вы не можете ничего сделать умнее, чем вам это дано. Если вам дано 10 килобайт памяти и ума, IQ у вас высокое, то вы каждый раз будете принимать правильное решение. Если же у вас, ну просто обкорнать вашу память, ваш IQ, соответственно, снизится до 0,002, то здесь вы каждый раз в своей жизни будете принимать неверные решения. Ваши неверные решения порождают большие проблемы в вашей жизни. Не все так однозначно, друзья, конечно, потому что на какие-то ваши решения, даже умных людей, идет влияние психотронного оружия. Вообще все, что психотронное, и все, что против людей, это оружие. Как бы вы там ни пытались их назвать, но это оружие, оно против людей. Есть некие вещи, которые, конечно, поддаются разорению, уничтожению. Вот, допустим, мой дед Хусаин Сейид Бурхан. Блондин по волосам. Я, видите, светленькая. Вообще в жизни я родилась беленькая. Вот такой, как мои волосы сейчас белые, да? Я родилась такой. И все дети у Хусаина Сейид Бурхана были блондины, такие белые. Он сам был блондин. Так вот, что хочу сказать. Его сила была в том, что он лечил руками, наложением рук. Он лечил наложением рук. Ну, кто из вас умеет наложением рук? А то очень много развелось там гипнотизеров, всех каких-то стрит-рейсеров. Я имею в виду те, которые куда-то там ясновидением занимаются. Так вот, кто из вас это может? Никто. А самое большое искусство, когда ты не наложением рук лечишь, а именно своими мыслями. Вот это самое большое искусство человека, любого. Так вот, самое большое искусство, когда ты только своей мыслью можешь вылечить человека. Это, конечно, друзья, работа на самом деле. Это твое напряжение, твоя энергия, твои затраты. Но для человека простого это непонятно, это недоступно. Реально это недоступно, потому что это законы физики, не простой физики, а метафизики. Когда бы вас учили бы в жизни, в школе, вопросам метафизики, вы многие бы понимали это, и тогда многим бы пришлось бы жить гораздо легче, вы бы не делали столько ошибок в жизни. Согласитесь, когда знаете такие законы, то ошибки не делаете. Но если вас не учат с детства, то оно просыпается иногда у вас, память генетическая. Но в детстве вы уже наделали кучу ошибок. И это тоже вам в минус. То есть все наши промахи, они бьют по нам, по нашей жизни. Они сокращают нашу жизнь. Они нашу жизнь делают как бы ущербной, потому что мы уже сделали ошибки. А ошибки
ну, споткнулся, ударился, коленку разбил. Это твоя ошибка, да? Но ты же уже не вылечишь коленку обратно. А еще если ты в это время нес вазу хрустальную, она разбилась по дороге, ты ее уже не склеишь, да? Вот это наши ошибки в жизни. Так вот, мой дед лечил наложением рук. В Твери к нему прибегали еще мальчишки, с которыми я потом встречалась. Старый человек, ему было 90 с чем-то лет, 94, кажется, года. Он знал моего деда, Хусаина Сеида Бурхана, по Твери. И рассказывал, как они бегали мальчишками, с его детьми также прибегали. И он погладит по головке, если что-то болит у парня. Он говорит, тут я простыл сильно, прибежал к нему, мама направила. Он говорит, погладил меня по голове, и я вышел оттуда здоровый. Как так делается, да? Это закон метафизики, он работает. Это не тот закон, который... Это не волшебство, друзья, это метафизика. То есть это то, чему нас не обучают. И чего нам постоянно говорят, этого не может быть. Потому что этого просто не может быть. Так вот, то, о чем я рассказываю, это гораздо круче, это гораздо сильнее. Дед этим, конечно, обладал, друзья, но, несомненно, обладал. Это когда ты можешь исправить ситуацию на расстоянии, любую ситуацию. Он обладал большой силой в этом отношении. Он мог исправить ситуацию на расстоянии. Конечно, по наследству такие вещи передаются. Это редкий дар, теперь уже редкий. Раньше, мне кажется, наверное, это был более часто можно было встретить. Теперь это редкий дар. Но по наследству эти вещи передаются. То есть лечить человека на расстоянии возможно. Что еще? Лишить человека, ну, я имею в виду желание быть наркоманом, тоже возможно. Это труднее, но это возможно, друзья. Излечить от наркозависимости. Что еще можно сделать? Ну, исправить ситуацию. Исправить ситуацию для вас, которая бы была более благоприятной, чтобы она не закончилась каким-нибудь мертвым сезоном. И поэтому такая ситуация, когда возникает, ее можно исправить. Работает, все работает, друзья. Не всегда, конечно, срабатывает, но работает. Не всегда срабатывает, что я имею в виду? Когда подключаются другие, третьи силы, которые попытаются разрушить это влияние. Тогда борьба становится более сильной, вступает в другую фазу. Итак, мы с вами говорим о влиянии, лечении человека на расстоянии и наложением рук. 22 сентября 2024 года. Я Таня Карацобы, Сеидбург.